الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Религия ислам состоит из пяти столпов. Первый столб – это свидетельство о том, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха. И свидетельство о том, что Мухаммад, его раб и его посланник. Второй столб – это выстаивание молитвы, пятикратной молитвы. Третий столб – пост в месяц Рамадан. Четвертый столб – выплата обязательной милостыни. Пятый столб – совершение большого паломничества, если есть на это возможность.